и это традиционный обзор навесного оборудования. Уже совсем скоро весна, тепло и солнце, но до этой прекрасной поры еще несколько месяцев переходного периода, в котором подтаявший за день снег за ночь покрывается ледяной коркой. Такие температурные перепады создают серьезную опасность для движения пешеходов по скользким тротуарам, а также повышают аварийность на дорогах, парках и на прилегающих территориях. Классические способы борьбы с наледью – это реагенты и ручные ледорубы. Требования экологичности к применению реагентов очень строгие. К тому же использование реагентов неэффективно при большой толщине слежавшегося снега. Колка же льда ручными ледорубами – это процесс трудоемкий, шумный и низкопроизводительный. К счастью, есть простое и недорогое решение для борьбы с наледью с помощью компактного мини-погрузчика. Это скалыватель льда «Импульс БСМ-560». Скалыватель льда или скрейпер состоит из несущей рамы и рабочего диска из закаленной легированной стали. Несущая рама имеет коробчатое сечение, то есть конструкция чрезвычайно легкая и одновременно прочная. Подходит под все модели мини-погрузчиков, от легких до самых тяжелых. Рабочий диск диаметром 560 мм свободно вращается, защищая погрузчик от наезда на непреодолимые препятствия, скрытые под ледяной коркой. Самозатачивающаяся рабочая кромка легко проникает под лежавшийся снег и его вскрывает. А специальный состав стали с пружинными свойствами защищает асфальт от повреждений. Таким образом, технология вскрытия слежавшегося снега и льда скрейперами и вывоз снега с объекта гораздо эффективнее и быстрее естественного таяния. В результате использование скалывателей «Импульс» приближает долгожданную весну. Тепла вам!